что-то это вырос. Ну, стараемся. Ты не взял что-то? Нет. Кубок Москвы по футболу среди женских любительских команд.
команд. Есть творческая линия, актрисы, певицы, модели. Вот, слушайте, все пьющие, все веселые и все безумно позитивные. Сегодня у нас много друзей, которые нам с вами пришли поздравить. И я хочу сказать огромное спасибо. Спасибо, я был это долго и нужно говорить. Букмекерская компания «Лига Стала» наша теперь официальная партнер. Спасибо вам, друзья. Олимпийская чемпионка. Безумно красивая девочка, певица, модель, будущее российского шоу-бизнеса. Встречайте Каролина, связка Каролина. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Спасибо, Каролина, что ты с нами, что вы завершается монтаж фильма. Скоро будет вообще, я буду об этом очень громко кричать, что монтаж фильма завершен. Очень громко. Я вот только из Голландии прилетела. Сейчас я Лену с девочками позову и... И приглашаем сюда наших друзей, заместителя спортивного директора Российского Добрый вечер.
Самаева. Катя! Приезжай. Что такое? Пожалуйста, Аня.
серебряных призеров Кубка Москвы по футболу среди женских любительских команд, команда «Арсеналочка», город Тула. Это команда, чтобы вы представляли, Юрий Васильевич, эта команда из Тулы приезжала каждое воскресенье и боролась. Это команда, которая утерла нос многим москвичам. Yeah.
Всем спасибо.